Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube-канала. С вами Артём, и я наконец-таки добрался до Kingdom of Amalur. Ремастерит. Наконец-таки. Да, я давно хотел в нее поиграть. И на заставочке сразу же мой любимый молоток, один из которого мы получим вскоре, как только доберемся до деревни, если мне память не изменяет. О чем игра? Для тех, кто не знает, на предыдущем канале у меня было прохождение, но не до конца. Я не смог ее добить из-за того, что случился глюк, и я не смог квестовое задание выполнить, сюжетное, потому что глюк был в том плане, что я спрыгнул в какое-то подземелье, потом выбрался, телепортировался вроде оттуда или выбрался из него, а ворота, через которые я заходил, были закрыты, я не смог туда попасть. А до этого я сохранился буквально за очень-очень-очень-очень-очень далеко. Поэтому, да, это было печально. Ну, продолжать игру мы не будем. Мы начнем новую. Я так немножечко пробежался, посмотрел, что да как. Вот. Ну и давайте начнем новую игру. Так, нам надо выбрать сложность. На легкой я не хочу. На трудной и очень трудной тоже. Нормально. Стандартная сложность, потому что я не хочу там пробежать на время игру, пройти там, ну там типа рвать задницу над каким-то боссом очень-очень долго. Зачем? Игра и так будет подкидывать нам сложности. В общем, эта игрушка о чем, я забыл сказать. Наступила тьма, нас пытаются уничтожить, мир на грани гибели, но тут гномы создали технологию воскрешения и начали воскрешать людей. Они нас воскресили, но они подумали, что не получилось, и скинули нас к трупакам. А тут мы хоп, встали и начали махать. Мечом направо и налево. Истинный герой. Что-то в этом роде. Вот. По поводу самой игры. Здесь очень интересная прокачка в плане, ну, для меня именно, потому что здесь можно выбрать, кем ты будешь. Ассасином, мечником, с двуручьем бегать, магом, с чекрометами. Это два кольца, которые ты бросаешь. Также посохи, волшебные палочки. Ну, в общем, в плане оружия тут очень большое количество. Плюс его можно крафтить. Плюс можно крафтить броню. Плюс можно крафтить и броню, и оружие, еще и зачаровывать это все. Также здесь есть... Можно выбрать любой класс абсолютно в любое время. То есть ты можешь идти в ассасина, также идти в двуручья. То есть у тебя будет там, например, какой-то топовый меч, либо у тебя будут еще клинки. Ты можешь раскачивать любой класс, какой тебе нужен. Также тут есть карты, но они идут в плане, дают дополнительные бафы. В общем, давайте начнем. Вот как раз-таки. Часть, так, некоторые предметы... да, тут также наборы, все дела. From the beginning, we were wrong. And only now, well into the second decade of the conflict, have we begun to understand the mistakes we have made. We lived in harmony among the Fae. In a world awakened to new magic. Perhaps we should have foreseen what might be born on this rising tide. What force might awaken. A force powerful enough to twist even the eternal and immutable Fey folk. But Gadflo, the new king of the Winter Court, surprised us all. Singular among his people, he was all that other Fae were not. Aggressive, ambitious, visionary. He had power like none we had ever seen. Terrible and deadly. Gadflo and his followers, the Tuatha De Onn, believed that a new god was to be born in the east. Beneath Gadflo's crystalline fortress of Amathin. In the name of that god, they marched to war against the young races of Amalur. Against a mortal army, no matter the power of their god, we might have been victorious. But the Fae are creatures of magic, not bound by the laws of life and death. Each Tuatha fallen on the battlefield would soon rise again. For the Fae do not know death as we do. How could we stand against such a force? For 10 years the war raged. For 10 years the armies of men and Alfar fought and died. But as our numbers dwindled,
We knew that it was only a matter of time. Our fate had been written. At least, that is what we believed. Until you died. Я погиб. Как я понимаю. Вот он я? Или нет? Короче, меня сейчас должны воскресить. Ну, мы выберем расу, классы тут не выбирают. Ты можешь сам свой персонаж склепать как тебе угодно. Да, я так понимаю, это я. Почему у меня стрела в груди, только непонятно. Точнее, в животе. И вот как раз карты. Если не изменяет память, от карт зависит, какое мы, ну, какие бафы мы получим. Чем больше мы прокачиваемся в одну из ветвей, то есть там воин, маг, лучник, ассасин, тем лучше для нас. Go on and pull back the sheet, though. It'll need to be in our report, one way or the other. Так, нужно же как-то его записать в отчете. У нас есть выбор пола, мужской и женский. Альмейн. Это раса религиозных воинов с богатым легендарным прошлым. Короче, люди. А, нет, стоп. Да, варены. Так, открыть море. Короче, это типа викингов, что-то вроде. Темные эльфы. Леесальфары. И... А, нет, это Леесальфары, а это Дакальфар, известный своими успехами. Ну, тут, как видите, просто бафы даются. Мне что? Что я буду вкачивать в первую очередь? Это... Так, обаяние, скрытность. Нет, мне не надо. Гранд алхимия, снятие чар. Обязательно нужно будет, потому что мы будем находить разные сундуки. И чем больше у нас уровень, тем легче нам снимать чары. Потому что если там косячишь, на тебя негативный баф накидывается и урон тебе наносит. Торговля, обнаружение, взлом замков нам нужен. Кузнечное дело — это прокачка. Ага, обаяние, алхимия. Торговля, обнаружение, взлом замков. А, ну мы, в принципе, я за тебя и пойду. Стихия. Огонь, вода, война. Это физ, броня, физический урон, броня. Смерть, вероятность крит удара, урон от критического удара, урон от яда, сопротивление яду, добавление опыта. Добавочный опыт. Добавочный опыт — штука полезная. Если честно, только я вот не помню. Ну, типа прокачиваться быстрее будем. Но монстры вроде тоже из локации в локацию переходишь, они тоже более-менее прокачаны. Ну, если, конечно, вернуться... А, нет, здесь... Вот я не помню, здесь... Либо чем дальше ты идешь, тем более сильные мобы. То есть, если ты сейчас на первых локациях раскачаешь до 20 уровня, перейдешь во вторую, а там монстры будут 3, к примеру, или 5 уровня. Вот там либо так. Либо ты раскачаешься до 20, перейдешь во вторую, а там уже 20. Вот этого я момента не помню. Так, ну, что выберем-то? Огненный урон, сопротивление огню, ледяной, физурон, броня, вероятность отравления. Давайте возьмем опыт... Шаблоны. У меня был вот этот. Сейчас я быстренько подклепаю себе персонажку. А вот и я. Amazing how well the body held up. Better than I've seen. I'm just glad it's not moving. Must have been born under a lucky star, this one. Anything else we need? Unless you'd like to name him, I think we're done. Put him with the others. Так, придумайте имя и отправить его к остальным. Имя. Ну давайте, как меня назовем? Ну, по стандартам. Артемка. Пусть будет Артемка. Я вообще просто. Ну-ка, ну-ка. Сейчас же не скажешь, что Артемка, да? И типа мой трупак скидывает вниз. И все. Меня скинули к остальным. И тут я глазки открыл.
увидел гору трупов, испугался. Как-то, знаете, ужасно выглядят люди по сравнению со мной. Типа, ну очень мерзко. Фу, он еще и ногами на них наступает. Фу, там еще брызги, мухи. Как его не вырвал только от одного запаха? Жесть, крепкий желудок. Что у него с башкой? Да, ему уже плохо. Я сейчас видел, то ли это глюк был, то ли еще что. А, это из-за зловоний, все. Я думаю, у него башка рассыпается напополам, думаю, что происходит. Это наша броня первая. Ну, в общем, нам надо выбраться. Убивая всех на своем пути. А, в чем прикол игры? Так, на Shift. На Ctrl защита. А, в чем... Так, давайте-ка зайдем в инвентарь. Вот, наш прекрасный инвентарь. 5 брони аж целых. У-у-у. Ты, наверное, броню даешь? Да, 3-2. Ой, извиняюсь. А также у нас есть перчатки, шлем и ботинки. Ну, пока что у нас этого нету. Аксессуары тоже пока нету. Расходные материалы никаких. Предметы абсолютно никаких. И оружие. Основное вспомогательное. Также у нас есть объемные инвентаря. 70, но его можно будет раскачать. Тут задание у нас есть. Я знаю, спасибо. А основное задание. Я пришел в себя, в куче трупов. Надо найти выход. Также есть задание фракции. Кстати, я не помню, я присоединялся какой или нет. Побочные задания, задачи и выполненные. Да. Так, задание, инвентарь, способности. Вот. Это способности силы. Способности магии, ловкости и все. В принципе, сила, магия, ловкость. А ловкость это у нас ассасин. То есть это клинки, луки, ну там способности. А магия это посохи, чакрометы и... палки волшебные, физурон от... А, скипетры, посохи и чакрометы. А сила это молоты, двуручные мечи, одноручные мечи, щиты. Снижение урона при блокировке. Ну да, вот эта штука... Не, гарпун не прикольный. Прикольный из этого всего, что я помню, это шипы. Потому что, ой, когда вкачиваешь ее до максимального уровня, там такой разнос идет. Вот это я не помню, повторный толчок. А, это улучшение шипов как раз. Дальше здесь у нас из яда. Из яда это бомб. Нет, это ледяные мины. Там вроде с... Ну, короче, там они будут более топовые. Метеорит я в магии не качал, но я качал в магии, точно помню, исцеление. Этого призывал скелетонов. Они там за тебя бегают. Активное создание из магической стихии, молнии льда, разрушительную цепь атак. Нет, это я не вкачивал. Но это, как я уже видите, здесь надо вкачиваться в магию. И тогда вы сможете уже прокачиваться. То есть надо прокачиваться до какого-то конкретного уровня. Шаровая молния увеличивает частоту разрушения урона между врагами. Я не помню вот этого. Ну, в смысле, я не помню, использовал ли я это или нет. Но нам сейчас надо в первую очередь пробежаться. Я что-то... Найти выход, да. А, на F-очку надо нажимать. Блин, надо на E, что ли, сделать. Я тут кое-что помню. Кое-что. Так, это записочки. Взять, конечно же. Кому интересно, читайте. Так. Все, пока, чувак. Пока. Все. Парень догорел. Берем меч. Первый наш меч. Конечно, берем. Все. Эскейп, инвентарь, предметы. Это наша записка. Оружие. В основное возьмем меч. Все, теперь у нас есть меч. Также здесь есть приемы, то есть вы можете просто махать им. Так, вон гоблины бегут. Вот зачем ты остановился? Где же раздирающий душу крик? Так, здесь монетки. А в поиске скрытности в чем прикол? А в том, что вы сможете как раз-таки находить эти. Так. Я знаю, как атаковать крыс. Спасибо. Также можно обыскивать тела. Нифига себе, боевой гном. Ну, эти, кстати, нет. На карте будут показывать скрытые ловушки, скрытые все предметы. Ух ты, какой я крутой. Также тут есть, серия ударов разные.
Да, бочки нельзя ломать просто вот так вот, к сожалению. Ну и попаливать на карту надо. Все, кто-нибудь. А, сейчас идем. Надо спасать гномов. Ну давай. Сейчас я спасу тебя. Они покрепче. Ты чё? Стоишь тут. Ну, серия так пока что стандартная. О-о-о-о. Взять. Подожди, а как там? Ну, сейчас из второго, наверное, сейчас что-то... Ой, ё-моё. О, спасибо тебе, если бы не ты. Постой, я уже тебя видел на повозке. Ты, это был твой труп. А получилось, клянусь всем святыми, получилось, тебе удалось воскреснуть. Что со мной случилось? Так, я не в загробном мире? Нет, конечно нет, уже нет, но тебе довелось там побывать. Так, но колодец вложил твою душу в твое тело, и все сработало. Мы должны немедленно доставить тебя к профессору Хьюзу, у него к тебе несколько вопросов. Кто напал на башню? О боже, ты не знаешь, возможно твоя память пострадала при воскрешении. Это Туау, Дион, враги всех младших рас. Мы никогда не видели их так далеко из... так, на материке, даже со временем... со временем, тебе нужно выжить и добраться до него. Короче, до Хьюза. У меня... Нет, стоп, подожди. У меня тоже есть вопросы. Не сомневаюсь, но мы должны добраться до Хьюза, он у себя в кабинете. Тау добрались сюда через нижний уровень, если ты сможешь. Короче, окей. Где Хьюз? Он у себя в кабинете. Все, до свидания. Короче, да, диалоги, к сожалению, тут... Так, подожди, на какую-то кнопку можно все брать. Так, я понял, что я получил доспех. А, брать все, тут такое нет. Так, забираем, конечно же, все вот это. Ой, как я жду чекрометы, реально, я жду чекрометы. Вот мы как раз собираем себе стандартный комплектик. Погоди ты, тут ящики есть. И еще такой момент. Я, первая серия выйдет, потом я уже продолжу играть. Объясняю почему. Просто, как сказать, тут есть побочные задания, которых тьма. Есть сюжет, которого, сюжет. В общем, сюжет есть. И поэтому, естественно, вы напишите, что лучше, проходить полностью игру или... Хотя, я думаю, что смысл... Ну, как бы это, в частичном прохождении как-то его нету. Ну, я думаю, всем будет интересно посмотреть все, что есть. Может, какие-то квесты просто кто-то не выполнял. И поэтому лучше их видеть. О, это мины. Ага, это я помню. А это я помню. Так, я не помню, тут нычка где-то еще была вроде одна. Короче, да, они создали колодец, где могут воскрешать людей. Так, стоп, а как еще раз? Походу, еще пока рано переключаться между оружием. Так, секунду. Да, походу, еще рано переключаться между оружием, потому что всего одно. Дальше нам вроде лук дадут. О, спасибо. Подобрать щит, да? Щит-то мы подберем обязательно. Сейчас, погоди только. Там вон что-то заныкано. Так, забираем. О, отмычки. Ой, мои отмычки. Да, с отмычками у меня еще будет сейчас время накосячить. Жестко. 21 монетка. Деньги здесь, кстати, тоже очень сильно нужны. Так, давай смотреть. Броня. Да я знаю, спасибо, не надо мне рассказывать про броню только. Более топовая. О, тут еще эффективность блока. Берем. Так, перчатки в принципе берем, потому что с никаких нету. Так, стоп, подожди, что мы еще-то нашли? А, расходные материалы и предметы, да, отмычки, 5 штук, прекрасно. Забираем щит. Так, стоп. А, его еще надо экипировать. А, да, точно. Wait. Do you hear something? More to offer. Иди сюда.
На Ctrl это щит. Ну, вы, ребят, не на того нарвались. Сорян. Пока опыт идет так себе. Но у нас дополнительный баф к опыту. Я знаю, что такое луки. Но я не хочу лук. Он... Такое себе. Ты что хочешь? Все. Я просто забыл, как, на какую кнопочку менять снаряжение. Тихо. Поменяй обратно. Все. А это на колесико смена оружия. Ну такое себе. Как ты? А, стоп, подожди, на колесико просто крутить. Все хорошо. Блин, прыжки его вот эти, они прям. А, типа, чё? Стоп, подожди. А, нет, это поговори с ним. А, я и смотрю, какая-то дверь, непонятно, что-то она не открывается. Во время боя, кстати, нельзя копаться. А в сундуках? Какие-то чересчур хреновые. Ой, моя бронька хорошая выпадает. Моя хорошая бронька. Да, зелененький значок брони, значит, что она более топовая. Тут, скорее всего, есть, кстати... Ой, вот эта вот штука прекрасная, потому что я ее возьму вместо лука. Это клинки. Которые могут творить прекрасные чудеса. Так, я все еще не нашел шлем. Но я потихоньку нахожу броню. Ой, что-то лагануло жестко. Да, кадры прям упали. Так, ну то есть здесь есть, короче, нычки в стенах. С виду это обычно стена, пока ты не прокачаешь. Как только ты прокачаешь. Также есть навыки скрытности. Чем выше вы его прокачаете, тем, естественно, вам будет лучше. Вот, вы нашли цель. Есть легендарные, ну тут также типа оружия, то есть обычные, фуфлыжные, легендарные, шмодарные и так далее. О, ты мне броню отдаешь свою. У нас еще не хватает шлемака. Вот я уже хотя бы нормальный воин. Здесь можно завалить одного, а второго, конечно же, придется валить по другой системе. Куда вы там стреляете, крысы? Ну, я даже с кинжалами его завалю. Монетки и отмычки. Надеюсь, нас же не заставят сейчас двери открывать. А, здесь пока нет. О, вот это вот, короче, цветы. Вот они так классно выглядят. А, используй... А, это наша первая способность, электрический заряд. Подожди-ка. Записочка от Хьюза, от доктора. Кому интересно, обязательно читайте. Так, эти грибы можно вскрывать будет. Мантия магическая. Ну, я в... О, паучок, я их с ними буду сражаться, я помню. Не, игрушка реально... А, вот, основные умения. Улучшенные и искусственные. Это как раз таки навыки взлома, скрытность нет. Огранка это пока нет. Обаяние нам не надо. Торговля у нас получается взлом и обнаружение. А нам надо снять HR и взлом, хотя бы докачать вот до суда. И тогда мы сможем... так, темные знаки уничтожать, а взлом замков... Подождите, что-то... Подожди. Снижает сложность при снятии. Нет, это не взлом. Снижает сложность при взломе. Взлом замков очень легко, сложность всегда успешна. Снижение сложности при взломе замка. Торговля, обаяние, огранка, скрытность. Так, погоди. Увеличивает время обнаружения перед... Нет, это не то. А, вот, враги и другие персонажи на мини-карте. Увеличивает количество найденного золота при применении... перемещений по миру. Очень количество золота найдено, прям скрыть сокровища. Во, обнаружение надо еще качать, чтобы мы могли находить
Так, что там? А, броня новая подступилась. Установление маны, давай возьмем. Такой воин прикольный. Да, зельки разные. Мы еще, кстати, варить их сможем. А за зельки мы там будем получать. Давай. Я знаю, как это работает. Да, наша способность, наконец-таки, первая. Зельки варить, в которых мы будем получать всякие приколюхи. Разные бафы на опыт, кстати, дополнительный, ну и на все такое. Также нам нужно ловушки находить везде, чтобы ну, у нас никто ничего нам сделать не мог. Тут должен быть шлем. Серьезно? Наручи? Странно, я думаю, шлем... А, ну это уже хреново. Ну, восстановление маны мне не сильно надо. Ой-ой-ой, вылез. Броня здесь решает. Я знаю, что это. Меч пока фигня. Так, можем тебя обыскать? Тебя не можем обыскать. 6 опыта, все. Вот она моя, вот это моя прелесть. Вот это моя прелесть. Берем в основное оружие, посох. Ну, во-первых, мощнее. Меча как минимум, то, что у этого 9, а у этого 17. И плюс это огненный посох. Вот. Эта способность нам очень сильно поможет. Давай, власти. Он как раз уязвим к этому. Плюс их же можно облутывать, и вот их как раз таки коконы. Черепушечки здесь падают, ну это такое себе. С трех пауков, кстати, ничего не выпало. Нам еще что-то выпало. Да, половина предметов будет полное фуфло. Так что сильно можно не надеяться на то, что вы сейчас сразу прям оденетесь. Но мы левелапнемся, и мы оденемся, я вас уверяю. Так, отбегаем. Это что, в смысле? Тут нет такого навыка, как выносливость. Пошел вон. А где моя шапка? Я получаю отмычки. Но отмычки нужны для сундуков. У нас пока таких сундуков, в принципе-то, и нет. Вот, как только они появятся... О, гномы. Как только они появятся, то тогда да, нам прям понадобится эта штука. Если с тобой кто-то хочет поговорить, он прям резко к тебе подбегает, начинает с тобой разговаривать, что меня немного напрягает. Ну, то есть не дают полутаться нормально. Также здесь можно воровать. Опять ФПС просил. Давайте сразу приоденемся, пока они там болтают. А, у нас... Что? Подожди, у нас вспомогательные клинки. А, это типа... Ой, подожди-ка. А чё это у нас ремонт появился? Реально у нас появился ремонт. А я не помню, был он или нет, честно. И в броне ремонт? Воу, щет. Подожди, а у нас сейчас какая броня? А, тут есть мантии, а есть броня. Точно. Штанцы, давай оденем. А, ну вон, на 8 даже лучше. Почему тут ремонт появился? Я не помню ремонта, честно. Но не из-за этого. Я игру закосячил, поэтому я из-за... Эй, придурок, ты что сделал с броней? Подожди. А, все, я вспомнил. Короче, я понял, почему у меня нет этого. Короче, берем доспех. Вот этот. Да. И штаны. Я вспомнил, чем хреново мантия. Мантия хреново тем, что... Нельзя носить и то, и то. Здесь наши дороги расходятся, но можешь взять в этом арсенале все, что тебе нужно. Главное, доберись до Хьюза. Мне нужна еще помощь. Убежи, не пожалуйста. Я могу только остаться здесь. Ну, короче, да. Но в конце концов, это арсенал. Да, если нам повезет. Ладно, давай, все, пока. Да, единственный минус, диалоги что-то это скипаются быстро. Давайте, открывайте мне дверь, я пойду сам. Поток вот этой вот. Фонтан душ или что это такое. Так, тут записончик. А, книжечка. Сейчас опыт позволяет успешно воссоздать тело в 97,5% случаев. Ну, кому интересно, почитайте. Будьте себе собственных этих
как там, не големы, а по-другому они назывались-то, существа, которых можно было воскрешать. Химеры, во. Будете своих химер лепить. Так, все, я бахнул кофейку, и можно теперь идти. А вот и доктор Хьюз. Хьюзи, детка, привет! Как дела? Я тут воскрес. Поговорим. Ха, лестница есть, он спрыгнул. У тебя получилось, только посмотри, с учетом всего, через что тебе пришлось пройти... Туата воскресил тебя, пожалуй, прости меня, тебе невероятно ужасно, но так не по себе. Я в форме Сьюз, а это моя лаборатория. Все, что ты здесь видишь, постоянно одна вещь. Колодцу душ, поиск бессмертия, а ты мой первый успех. Если бы у нас было время, мы так могли бы узнать друг друга. А что происходит? Слишком много придется объяснить. Туата пришли, чтобы помешать моей работе. Короче, понятно. Сейчас самое главное — отправиться тебя в безопасное место. Где мы, и так понятно. Быстро уходим отсюда. Да-да, правильно. Я взял свои записи, но самое главное, чтобы тебе не грозила опасность. Просто ты... Ну да. Astounding. I'm not certain what's caused it, but somehow... Yes, as I was saying, I'm not sure... Perhaps I should go see. Sir! Mr. Hughes! The Tuatha have reached the lab! They're inside the lab! А дверь закрыть не? No! We've got to get you out of here now! Quickly! Follow the path to the town of Gord. Find Agar. He's a friend, and he may be able to help. No matter what else, stay alive! Гоблин с кинжалом просто. Гоблин с кинжалом просто. Я такой ворвался, такой, я вас всех порешаю. И побежал решать. Но тут не страшно, можно бегать. В общем, да, я воскрешенный. Так, тихо. На Shift бегать, спасибо. Я вот 30 минут играю уже, на Shift бегать. Что бы я без вас сделал? Кстати, у скрытой атаки еще есть этот, не откат, а урон. То есть, если прокачать скрытую атаку, вы будете, естественно, больше урон наносить. Но пока хп мы получаем вообще крапулечки. Если так посмотреть. Прям крапулечки, что меня, конечно же, не радует. Я не понимаю, где мой шлем. Кто-нибудь мне объяснит? Где, сука, мой шлем? Я должен его получить. Еще вот эта вот смена оружия просто божественная. Ну, в смысле, легко это делается. Может, ты мне шлем принес? Нет, ты мне зельку принес. ХП у нас дофига. Вот он, мой красавец. И сюда я тебе жопу драть буду. Это кто? Великан какой-то. Кстати, на картинке был. Ой, черт. А, каменный тролль. Сначала разбираемся с воинами. Туата. А потом надираем ему жопу. Ну а тебе электрозаряд. Мана восстанавливается. Ой, способность перезарядилась. Короче, есть такое, что некоторых противников нельзя... Во, смотрите. Он теперь, ну, он слаб против нас, и мы спокойно его откидываем. А есть такой момент, что они вот, ну, он невосприимчив к нашей серии атак. А есть такое, что он восприимчив... Во, сейчас он восприимчив к серии атак, что приятно. Потому что мы можем его толкать и не даем ему атаковать. О, добивание. Вот
это вообще просто. Ой, черт. Блин, я забыл. Мы, короче, вкинули ему в копье в башку. Я оба, да, вот когда такая серия врубается, надо обязательно его месить, потому что из него выпадает. О, первое наше колечко. То, что здесь можно максимальный урон нанести и дофига получить ресов. Аксессуары. Здоровье плюс 5. Да, два слота под ячейки с этими. И плюс еще также есть эти. О, подожди. Инвентарь. Предметы. Сумка. А, тут осколки, да, точно. А, и ремонт брони есть. Ремонт брони есть, все правильно. Ну, как видите, зельки, хпшки восстанавливают. Так, стоп. Это хп. Так, я могу менять. А на R это все. На E это мана, на R это здоровье. И мы как раз таки сваливаем нафиг из этого подземелья. Нафиг. Игрушка настолько затягивающая, что я когда записывал серии, на прошлом канале я записал 9 или 10 серий часовых подряд. Потому что невозможно не играть в нее. И мы левелапнулись. Естественно, Escape. А, задание. У нас оно обновилось. Ну, это ладно. Уровень повышен. Что мы будем вкачивать в себя? У нас есть одна очка навыков. Можем врубить обнаружение на дополнительную. И мы будем находить более скрытные предметы. Мы будем вкачивать обнаружение и взлом. И снятие чар. Давайте вот сюда пока что. Подтвердить. Дальше у нас способности. Короче, если я не изменяет память, в сундуке, в городе я найду хреновую тучу предметов. Также будут чекрометы, посохи, шмосохи, куча всего полезного для меня. Вкачиваться в силу — это таскать более топовую броню. Вкачиваться в магию — это получать, естественно, различные... Вот, пассивка уменьшается, так, магическое искусство, его таланта позволяет вам носить чакрами невероятный урон. Физ урона чакрами, урон от чакр. Да. Ну, это просто вверх вкачивайтесь, и вам вот так вот в линию открывается. Давайте чакрометы, посохи подтвердить. Вот, приемы. Как раз таки. Раз, два. Это все интересно. Скрытый удар, понятно. Это выстрел за удержание. Ух ты. Бешеная коса, это надо зажать. А это вы зажимаете способность посоха? Да-да-да. Ой, кстати, хорошая тема. Это вот как раз-таки из-за прокачки. Это скипетром урон. А это урон чакрометами. Если мы зажимаем, то у нас будет лютая... Вот, поэтому... Ну, тут щиты, тут как раз-таки магия. Способности ловкости различные. Мы там скорости увеличиваем, бомбы ставим, бомбами кидаемся. Яд... Вот это, кстати, я вкачивал. А, не, или нет... Я не помню. Вот это вот я вкачивал. Вот это я вкачивал, это я помню. Вот метеорит, кстати, нет. Я до него то ли не смог докачаться. А, ну тут вон, как вы видите. Ну хотя ладно. Яркость стихии закрыть. То есть он притягивает к себе, потом взрывает. Ну ладно. Все, мы прокачались. Карта. Да. Вроде как карты мы можем находить. Вот о чем я говорил. Мы усиляем. Я держу, то есть он не отпускает. Также здесь надо собирать растения всякие, которые нам понадобятся для того, чтобы как раз таки крафтить все. Рыбалки здесь нету, поэтому можно сильно не надеяться. Здорово. Я видел тебя в деле. Нам бы пригодился такие, как ты. Неужели у них был тролль? Это была ерунда. Ну, для тебя возможно, но я потерял там хороший солдат. Ветеранов, закованных доспехов, лучшие ебедические стали. А почему тебе в ранее обмотках удалось пройти там? До свидания. Потому что я очень крутой парень. Так, и вот смотрите, уже зелененькое что-то есть. Здесь есть живка, которую надо валить, потому что... Объясняю, у нее из них выпадают шкуры иногда, но в этот раз мне не повезло. Сундуки с ингредиентами надо собирать. О, видите, посох огненный в воде не тонет, вообще нормально. Точнее, в воде не тухнет. Рыбки тут плавают. Ну, рыбкам мы ничего сделать не можем. Да, но я поплыл сюда не за рыбками. Здесь, короче, на воде есть всякие... Вот, всякие нычки. Это типа сундуков, только на воде. Здесь можете найти броню, доспехи, да что угодно.
Главное их разглядывать. Угу. И вот здесь вот есть как раз таки первый сундук, который даст нам леща. Я вас не боюсь, крыса. Все, с крысами мы разобрались. Первый сундук, который даст нам леща, потому что это зачарованный сундук. О, 90% шанс скрытия. Мы получили молоточек. Так, тут кости есть. Всякие осколки. Так, забираем все. Так, еще один. Ну, давай. Ну, пока шанс скрытия 90, надо вскрывать. А вот этот сундучок интересный. Давайте сохранимся. Где у нас сохранимся? Я знаю, почему сохраняюсь, потому что я знаю, что сейчас будет. Мы заходим в сундук. Автооткрытие 10. Снять чары. В общем, нам надо за поворот кольца попасть 4 раза. Я успел. Если не успеваешь, тебя хреначит какой-то магией, нанеся какой-то урон. Урон может быть абсолютно разный и тебя может прижечь конкретно. Так, мы нашли тут топовый посох. Во вспомогательное мы можем засунуть молоток. Как вариант. О, требуется уровень 2. Подожди. Ты сейчас гонишь, а у меня какой? А у меня первый. Я же с нулевого начинал. Я забыл совсем. Так, перчатка. Фигня. Штанов новых нет, да, то есть новые броня. О, броня-ячейка, супер. Так, аксессуары. Еще одно кольцо. Урон критического удара магии. Конечно, давай, пока все равно некуда девать. И мана. Вот эта штука вообще бесполезная. При использовании создает временный взрыв, привлекая внимание окружающих врагов. Это можно поджечь. Типа, поставить мину, поджечь эту штуку. И убежать. И не надо, типа, рванет. И все. Ну, короче, такое себе. Я не помню, я этим вроде не пользовался. Так, нам надо... прелесть этой игры в чем? Здесь показывается абсолютно все, что тебе надо, что тебе не надо. И так... Ну, то есть тебе показываются все твои задания на карте. Так, это у нас алтари. Сила дается нам временная. Да, есть такие, кому вообще по барабану то, что я делаю. Ну, ему по барабану, но не настолько, что прям вообще. И это сразу к нам бежит. Отстань, отстань от меня, не хочу с тобой разговаривать. Эй, ты, я тебя помню, это ты. Как тебе удалось вернуться и найти меня? Что ты здесь делаешь? Когда я впервые увидел тебя... Сенсом в колодце. Я убежал, но не потому, что испугался. Я убежал рассказать, что эксперимент Хьюза удался. Колодец душ — это не просто причуда какого-то гнома. Моя связана хорошо... Связник хорошо платит о ходе экспериментов. Ага. Но я не понимаю, как об этом узнал Туата. Я не имею к ним никакого отношения. Ну ладно. Кому ты докладывал? Уверяю тебя, если бы я знал, я бы и не рассказывал. Делиться научной информацией — это одно, а диверсия — это уже преступление. Убирайся отсюда сейчас же. Спасибо, спасибо тебе. Возьми это плата. Да, вали отсюда. 104 монетки. Говна ты кусок. Их, короче, можно убивать. Но есть своя цена за убийство. Тебя в ближайшем городе. Если ты в городе кого-то убьешь... Тебя там очень сильно не возлюбят, а от слова очень. То есть тебя там будут так ненавидеть, что даже дадут тебе леща. Да, волки, как вы видите, пытаются меня атаковать. Но у них это не получается, потому что я сильнее. Так, стоять. Потому что... О, кровотечение на меня накинули. Молодцы какие. Так. А, здесь у нас, значит, какой-то данжик. Рудники. Ну, мы туда не пойдем, потому что нам то не надо. А мы в рудники обязательно сходим. Обязательно. Еще у нас есть шкала специальная.
Как видите, вот она посерединке идет. Когда она заполняется, у нас активируется суперспособность. Ну, короче, мы становимся более топовым, малым. Так, вот. А вот и шлем мне выпал. Спасибо, шлем. Ну вот, наконец-таки, расходный материал. Ну да, тут всякий хлам выпадает. Шлем, наконец-таки, выпал. Так, и здесь у нас ждет нас наш квестовое задание. Дедулька. Убежать мы от нее не сможем. Нам с ней просто поговорить надо, как я помню. Ты же из башни, да? А меня зовут Агард. Ты не поможешь старому ткачу судьбы? Так, в башне беда. Хьюз велел мне найти тебя. Правда, бедный старик Фомас Хьюз? Он уважал закон, но по которым живет мир. Так, как жаль, скорее всего, он уже мертв. То почему ты думаешь нет? Что ты знаешь о Хьюзе? Когда он начал производить здесь свои эксперименты, он спросил меня... Да, замечательно. А карты повидали мир, что колодец душ заработал на успех. Честно говоря, старик воспринял это спокойно. Короче, понятно. 5%, ты не мог бы мне помочь? Он не поможет мне, поверьте мне. С некоторыми можно вообще поругаться и воевать начать. Лучше этой фигней не пользоваться, пока хотя бы не будет больше 60%. Ничего страшного, мне уже доводилось умирать. Ты? Так это ты. Это значит, теперь стало на мое место. Теперь... А так расклад карт сегодня утром. Я вытащил могильщика. Бегущий, готовься, они здесь. Мне дадут способность завязать. О! А, выполни особую атаку и побей врагов, чтобы собрать. Ясно. Типа я... О! Ассасины. Способность забилась. А, так, нажми... шкала судьбы заполнена, символ... А, X. Во. Короче, во время этой способности мы очень сильно лупим. Да я знаю, спасибо, можно не рассказывать. Можно кого-то одного добить. Тем самым мы очень много... Ой, пробел, пробел, давай, давай, давай. 75, черт. Да, здесь на разные клавиши добивание идет. Но при вот таком убийстве мы массово вырезаем просто всех. Просто массово вырезаем всех. Да, и Дидан с нами хочет поговорить. Уйди от меня, противный. Дай мне пособирать ресы. Дай мне пособирать ресы, потом мы с тобой поговорим. Жезл волшебный получили. Все, давай говорить. Что? Как? Что это такое? А, так, нити судьбы. Я видел их раньше, но я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь так ими манипулировал. Тебе только что удалось изменить законы, по которым живет этот мир. Каким образом? А, не знаю, просто так получилось. Просто получилось, судьба — это воля богов. Ни один смертный не может ее изменить. Как такое вообще возможно? А, подойди ко мне, я попробую прочесть судьбу. А, хоть ты и можешь менять нити, но судьбу все равно не поменять. Так, вообще я не скажу тебе, если увижу твою смерть. Ты всегда видишь смерть? Это дар. Одни люди рисуют картины, другие пишут стихи, а я вижу смерть. Пожалуй, я не хочу этого делать. Именно поэтому Хьюз отправил меня к тебе. Полагаю, да, он был ученым, но уважал планы судьбы, в отличие от большинства гномов. Хорошо, покажи мне мою судьбу. Ты волнуешься? Расслабься, это обычное дело для ткача судьбы. Я увижу твое место... Узримо предназначение, кто ты, что тебе приходится делать, к чему ты прикатишься. Ты не видишь мою судьбу? Так, пленение судьбы всегда не просто увидеть, оно постоянно меняется, его трудно разобрать, но оно есть, а твое нет. Это бессмыслица, у всех смертных есть свое место в узоре, и у тебя оно должно быть. Если это правда, я не сказал, что верю в это, значит, ты можешь самостоятельно определять свою судьбу. Да. А вот и карточки подъехали. Урон от стрелковых атак, сопротивление урону при уклонении, пробивание урона. Хм. Так, это у нас одето, это ничего. Боец. Урон от атак в ближнем бою, эффект блока. Сопротивление стихии,
Снижение расхода маны. Конечно же, снижение расхода маны. Возьмем. Подтвердить. Что она означает? Так, у тебя это ужасно получается. Проклятие, это правда. По крайней мере, я так думаю. Мир меняется. Может быть, ты знак этих перемен или возможная причина. Встретимся у дома на востоке, а сейчас мне пора. Что не так с моей судьбой? Все, я не знаю, есть ли вообще она у тебя. Вот поэтому мы собираемся навестить Арден. До свидания. Короче, все, встретиться с Арденом. Он типа пока тут будет, а мы к Ардену пойдем. Да? Да. Арден. Прелесть игры, если вы в нее заходите, выходите, вы типа это... кстати. А вот эта штука я помню, что это. Вы обнаружили камень знаний. Найди все камни знаний и получи постоянный бонус. Огорчу вас. Это не так легко, как кажется. Да. Conscience of the summer fae. She is the heart of spring of day. Потому что камни знаний разбросаны абсолютно по всему миру, и все их найти, я не знаю, сколько их там вообще, их сотни. Но я пока играл, я нашел порядка 20, какие 20, где-то порядка 50-60. И я никакие бафы никакие не получал, потому что это не все. Минус курица. Так, у нас до сих пор висит баф от колодца. От штуки прикольной. Врываемся. Там вон какой-то кипиш идет. Ну, мы пока не пойдем. Мы сейчас... Я знаю. Спасибо, ты мне карту рассказываешь, что такое карта. Там квест. Как видите, побочных квестов здесь много. Но мне нужны чекрометы, срочно. Я хочу махнуть посох на чекромет. 40% шанс. Давайте взломаем замок. Здесь все, короче, просто. Черт. Короче, на углу надо держать. Все. То есть можно было бы, в принципе, не тратиться на всю эту фигню. Квестов здесь и правда очень много. О, а вот и мой сундук. Почему он мой? Здесь куча брони. Здесь огромная куча брони. Да. Охренеть какая. Я беру все, и у меня инвентарь полный, да? У меня инвентарь полный. То есть тут охренеть какая куча брони. Просто невообразимая. Но... Компас судьбы? Мы не можем взять компас судьбы, подождите. Я получил новый поворот судьбы, уверенный. Плюс 5 сопротивления льду, сопротивление огню. А, чё? Я типа выбрать могу? Или чё? Давай сопротивление огню. А, получен опыт в режиме возмездия. А, это хорошая штука. Так, я фульный сейчас в данный момент. Спасибо, вы можете, я знаю, что я могу удалять броню. Ну, как видите, 28 шлем. Здесь есть наборы, которые дают эффективность блока, сопротивление пробиванию, бла-бла-бла, все дела. Вот, мы берем доспех, например. Ну, сам, прям просто по самому фулу сейчас пройдемся, и все. Перчатки. Это не от этого комплекта, как вы видите. Штанцы. О, 2, здоровье плюс. Сапоги, фигня. Но они урон критического удара, блокировка оружия. Щиты. Ох, они мои прекрасные щиты. Да, какая штука мощная просто. Давайте в основное оружие перейдем. На посохи. Никакого нового нету. Вспомогательное. Вот он. Огненный меч. Да, детка. Ну тут вот луки на ночь. Десятка, видите, как бы. Десятка, но там бафов дофига. Ветер. Тринашка. Вы не подумайте, мы сейчас просто пойдем продадим все. И все. Мы этот сундук оставим, потому что он вот скрыт, но не до конца. То есть там что-то есть. А он нам нужен в том плане, что...
Кстати, все вот эти коробки тоже гейнс. А сундук нам нужен в том плане, что мы будем из него добывать ресурсы себе. Так, это у них тюрьма. Там и дальше леса идут, в которых, кстати, вон квест висит один из... Не, я чекрометы хочу. Ну что ты делаешь-то? Так, а я не могу из этого ничего подобрать. Вообще шикарно, да? Просто не могу ничего подобрать. Нажми А, чтобы появить значок черепа. А-а-а. Да, с значком черепа можно убивать. Пока я не могу убивать. Тут также много квестов у различных жителей. Да, вот. Нажимаем H. Да, теперь в этом режиме мы можем валить народ. Нам не надо это. Ну потому что, серьезно. Зачем убивать людей? Так, тут есть люди, которые кого-то ждут. Колодец, например. Блин, надо вот сюда зайти. Я помню, что здесь есть. Да, мы можем через, через стены лупить, кстати. Кстати, через стены. Так, с тебя что-нибудь выпало? Нет. Нам надо зайти в этот дом, потому что тут есть кузнец, торгаш и все, кто нам нужны. И мы, естественно, сейчас будем барыжить. Ну, потому что там целый инвентарь всяких прикольных штук, а нам бы их продать. Также здесь есть воровство. Ну, вот за вот это нам ничего не сделают, то есть... То есть просто разносить все можно. Также здесь на цыпках ходить можно и воровать. Добро пожаловать. А, магазин? Да, конечно же. Спасибо, ты мне сейчас будешь рассказывать, как продавать вещи. Прикольно. А... Не, подожди, стоп. А, нет, продать. Да, я же забыл, у меня инвентарь фул. Это нам все просто не надо и все. Эти мы оставляем. Объясняю почему. Это фигня, снаряжение, но его можно будет разобрать. А разобрать его будет можно на очень хорошие предметы. То есть белое снаряжение мы продаем. Остальное нам надо будет скинуть в свой личный сундук. Так, это расходный материал не надо, разное не надо, и у нас осталась только броня. С ним можно поболтать, узнать у них там о всяком. Вот тут есть кузнец, он нам доспехи делает, не помню. О, на меня все палят, конечно же. Конечно же, меня все палят. Но на втором этаже, скорее всего, нет. То есть можно на втором этаже порыться и набрать себе нужных ресурсов. В общем, давайте сгоняем к сундуку. Возьмем себе что-нибудь. Типа чекрометы. Конечно же, чекрометы. Конечно же, чекрометы. Что же без них? Ну вот, за курицу опыт не дают. Обидно. Вот они. Вот они. Вот они. Это мы берем обязательно. Давайте фиолет заберем. Туда вроде можно еще было как-то ложить. Вот это легендарки мы... Просто мне некуда будет их сложить, то есть мне придется их продать. Я не могу пока разбирать предметы. Точнее, не могу разбирать предметы такого качества. У нее 39. Нужно силы 3. А у меня нет силы 3. То есть, вот, сравнить. 4 силы. Ну, это фигови, да. Это, кстати, посох 41. Берем его. Это берем. Вы получили чекрометы. Спасибо. Посох, кувалда. Вот это вот забрать надо. Обязательно. Я там наполучал всякого. Давайте посмотрим. Предметы. Это жезл лозоискателя. Эта волшебная палочка поможет вам найти особые алхимические элементы. На волшебный предмет регенерированной нити судьбы вращает вокруг разума и сердца цели. Короче, да, это может нам предмет давать... Ну, то есть тут есть какие-то предметы, которые будут давать нам... Мгновенно получаешь 500 опыта. Да, вот такую штуку я хочу варить. Но не получится. Нужно, короче, будет посмотреть рецепты обязательно. Потому что я не смогу все равно делать себе топовые эти. Берем посох. Обязательно. И берем чекрометы. Теперь надо понять, какие из них более топовые. А, тут все, больше ничего нету. Да. О, а теперь давай чекрометы заценим. Это посох. В
Вот, потому что это оружие идеально для того, чтобы косить всех. Абсолютно всех. Абсолютно всех косить. От мала до велика. И причем на приличном расстоянии. А когда они еще и прокачанные, то вы можете такой фарш творить с людьми. Просто жесть. Ну что ж, давайте пока на этом и закончим. Тут он какой-то эльф, что это, катается по полу. В следующей серии уже продолжим и будем выполнять квесты вот этих ребят. Вот это самое прикольное. Охренительная штука. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.